этот бал проходит регулярно у нас в театре. И вот в этом году получилось так, что самая такая главная фишка – это то, что все зрители танцуют на основной сцене. Это для них впервые, конечно, выйти на главную сцену. Главная сцена страны. Это не просто так. Это театр оперы и балета, большой театр оперы и балета, единственный в республике. Поэтому, конечно, выйти на эту сцену еще и станцевать – это почетно для каждого, и запоминающееся для каждого человека, безусловно. Люди ходят регулярно, и видно, что эстетика выросла. Люди приходят на бал подготовленные. Уже это не так, чтобы прийти и просто взглянуть, а люди знают, куда они идут, они знают, что они хотят увидеть, и они знают, что они хотят на этом балу показать себя, с какой стороны, что они хотят вот для себя как бы почерпнуть. То есть растет культура населения, это бесспорно. Было желание прикоснуться к прекрасному. Большой театр – это самый лучший театр нашей страны. И все, что здесь происходит, это лучшее и качественное, что может быть. Я первый раз на балу, мне очень нравится. Очень красиво, аристократично и приятно здесь находиться. На этом балу мы уже пятый раз. Ходим каждый год, готовимся, шьем красивое бальное платье. Очень счастливы, всегда программа великолепная. Я считаю, это самое красивое светское мероприятие в Республике Беларусь. Люди красивые, музыка великолепная. Атмосфера чудесная, чудесная атмосфера. И самое главное, да, что этого праздника мы всегда ждем. Вот. И самое главное, что это уже получается, что в Беларуси это уже какая-то традиция.